Арсений, хочу зачитать вам пост украинки про геноцид украинцев. Геноцид – это авиабомба в роддом. Геноцид – это зарыть новорожденного младенца с неперерезанной пуповиной в своем огороде. Под свист осколков, как у нас на Кировке, женщина зарыла. Геноцид – это впавшая в кому 6-летняя девочка, диабетик, потому что в осажденном городе нет инсулина. Геноцид – это гнить заживо от осколочного ранения без антибиотика. Геноцид – это забрасывать могилу мужа в огороде камнями и ветками, чтобы не разрыли собаки и не обожрали тело, зарытое в мерзлую землю неглубоко. Геноцид – это смотреть в глаза отчаявшейся женщине, у которой умирает 17-летний сын без лекарств, и говорить, что лекарств этого у тебя нет. Геноцид – это умерший от голода и холода мальчик ДЦП в заводе Ильича, после того, как российский снайпер застрелил его родителей, известных мариупольских врачей.